есть Бахмутская трасса — это по сути двухполосное полотно асфальтное, да? 64-ка была. Давно лежит? 2015 года. А как же этот сетмет-то не утянули? Ну, то, что подли, утянули. Сейчас сетмет сдавать тяжело. Здесь же, да? С тобой еще все покажем. Вот здесь крест ребятам. Расчет Уктур, который ее машины сжег в Кузовских. Когда? В 2015 году. Здесь они легли. Но вот эти автоматчики убили. А эти здесь воевали. Вот это вот начинается поселок Смелое. Гражданские живут здесь? Здесь нормально. Сюда стреляют нечасто. И вот по этому куску. В основном то, что они видят. Если уж припрет, ротами сгорать будет.